Добрый день, дорогие друзья! Добрый весенний день! 9 мая 2017 года. 72 года минуло уже с той страшной войны, с Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которая завершилась поражением фашистской Германии и полной ее капитуляцией. С этим праздником великим я вас и поздравляю, желаю здоровья, счастья, мира и благоденствия всем нам. И дарю вам эту, правда, к сожалению, грустную песенку «Медсестра». Шел в пятый раз в атаку батальон, и вновь высотка встретила свинцом. Вдруг на бегу споткнувшись, рухнул он в полынь осеннюю прогорклую лицом. И вспомнил лейтенант, очнувшись только, глаза зеленые и брови как стрела, как медсестра курносенькая Лёлька его из-под огня спасла, как медсестра курносенькая Лёлька его из-под огня спасла. В бреду метался парень в медсанбате, стонал и пить просил, и маму звал о том, что день и ночь возле кровати не спит девчонка, он тогда не знал. И вспомнил лейтенант, очнувшись только, глаза зеленые и брови как стрела, как медсестра курносенькая Лёлика его из-под огня спасла, как медсестра курносенькая Лёлика его из-под огня спасла. Он полюбил, он ждал ее как бога, но вот однажды не пришла она. Наш медсанбата выговорил строго: «Крепись, солдат, не плачь, идет война». И вспомнил лейтенант, очнувшись только, глаза зеленые и брови как стрела, как медсестра курносенькая Лёлька его из-под огня спасла, как медсестра курносенькая Лёлька его из-под огня спасла. Вот такая грустная песенка. И тем не менее, с великим днем победы всех нас, здоровья, счастья и всех благ, а ветеранам Великой Отечественной войны, оставшимся в живых многое-многое лето, а павшим на боях великих сражений и умершим послевоенные мирные годы, вечная слава и вечная память.